легкая дорога, все дела. Легкая? Очень бурное начало, много ударов, что там не хватило для гола? Не повезло. Почему минуты с 15 так отпустили игру? Много ошибаться начали, в том числе я провел неудачный тайм, поэтому... не знаю, надо второй тайм сейчас выходить более собранным и играть как мы умеем. Голевая ситуация, когда вроде бы отбились после стандарта, но тем не пропустили, что там у Спартака в обороне было не так? Я не увидел, я сейчас не разобрался. Мы будем потом после игры, сейчас надо на второй там готовиться. Спасибо, Дача. Спасибо.
раз, I give you back. Воронеже и начинали здесь заниматься футболом, что для вас значит возвращение сюда? Ну, это, я думаю, самые приятные, самые лучшие эмоции сыграть на родном стадионе, в родном городе. Я очень счастлив, что наконец-то довелось здесь играть в премьер-лиге и в кругу своих родственников и близких. Это самое, наверное, важное и самое приятное победа. Вы уступали 0-1 к перерыву, что творилось в перерыве? Ну, вначале какой-то был сумбур, вот, многое не получалось, все обсудили в раздевалке и довели игру до победы. Такие радикальные средства, две замены сразу в перерыве, вы поменяли позицию, как все это происходило? Ну, когда это был выбор тренера, я сыграл свою роль, но я говорю, мы все одна команда и бьемся друг за друга. Поэтому не важно, там, кто кого меняет, самое главное, что все доводится к позитивному результату. Насколько сегодня получался тот футбол, который Абаскаль от вас требовал? Ну, я думаю, в полной мере не получалось, вот, учитывая, что в первом тайме провалили игру вообще, во втором тайме отыгрались, нашли свою игру, в конце уже играли как одна команда, компактно все свои ворота и на контратаке получилось забить. 4-1 в итоге крупная победа, можно ее назвать легкой? Нет, конечно нет, потому что, учитывая то, что мы проиграли 0-1 в первом тайме и все 4 гола забили во втором, не могу сказать, что это была легкая победа. Факел достойно смотрелся и просто очень играли. Да, очень приятные впечатления после окончания матча, потому что выиграли. Но действительно, несмотря на счет, кто смотрел матч, кто как мы играл, да, и виделся с трибун, то те понимают, что матч был тяжелым и достаточно непростой соперник. Здесь, в Воронеже, было с ними тяжело играть, но очень здорово, что получилось победить. Как тебе атмосфера? Воронеж сейчас хвалят именно за то, как болеют зрители, которые столько лет ждали премьер-лиги. Да, действительно, сегодня болельщиков было много, которые поддерживали «Факел», местную команду. Но также хочу отметить, что, как и всегда, наши болельщики присутствовали на
стадионе, и очень приятно, что нас продолжают везде поддерживать постоянно и всегда. Сегодня ты впервые забил за «Спартак» в официальной игре, сразу победный мяч. Особый день для тебя, тебе навсегда запомнится. Конечно, я очень рад, что получилось забить, но еще больше я рад тому, что удалось победить. Потому что если бы я забил, а команда не выиграла, то, наверное, был бы опечален, скорее так. Поэтому, конечно, классно забивать, но хочу, чтобы мои голы приносили победы. Опиши этот гол твоими глазами, как это все выглядело. Это было в той штрафной. Шла передача, по-моему, с левого фланга поперек ворот. И я думал сначала, что ударю в касание с правой ноги, но вижу, что игрок соперника летел, не помню, кто это был, и вижу, что он катился, поэтому брал мяч под левую ногу и ударил с левой. Попал, забил, отлично. В этом сезоне ты играешь, да, практически все матчи. Привык уже к такой роли основного игрока «Спартака»? Я всегда готов играть и всегда тренируюсь для этого усердно и стараюсь на тренировках, чтобы всегда быть в форме и всегда быть готовым играть каждую игру. Давай, давай.